Всем привет, с вами Леша, это канал «Хочу жить». Итак, я сегодня хотел сделать такой ролик, вот, про свою скамью рассказать. Мне подарили недавно скамью для жима, гантели. Ну, это гантели позже сначала. Сначала вообще первоначально штангу. Ну, я ее жал на полу, то есть матрас у меня был. Вот матрас. Я приспособил сейчас скамью. Матрас под скамью, потому что не выслали одну запчасть. Но я связался с Вайлдберрис, и мне все это вышлют. То есть вот на этой неделе придет запчасть. Вот мне подарили скамейку и гантели. Ну, гантели это они кажутся такими массивными. Они всего лишь по 15 килограмм. Две. Ну, они разбираются, собираются просто. Сейчас на маркетплейсах такие вот гантели. Массивные. Но блины подходят к моим гантелям и штанге. Так что я могу делать себе, собирать гантели, штангу. То есть побольше вес делать покомфортнее. Также, что касается вообще тренировок, вот у меня теперь есть практически все веса. Я могу собрать, разобрать. То есть у меня отлично все. И теперь мне только тренироваться, тренироваться, тренироваться. Плюс турник у меня есть. И это вообще прекрасно для спины. Также для жима все. Плюс я еще буду докупать блины. Да, мне еще подарили коврики резиновые, но они пока у меня на балконе. Так как они очень сильно воняют. Этот запах резины очень сильный. Поэтому пока проветриваются на балконе. Наверное, месяц они полежат у меня там. И потом я буду их стыковать. Хорошая вещь. Я под скамью их запихаю. Ну, вообще выселю, где вот у меня гантели, скамья. Так, такой тренажерный зал будет у меня, небольшой уголок. Я еще планирую докупать блинов. Ну, гантели, я думаю, мне уже хватит. Ну, может быть, еще парочку приобрету. А так, в принципе, у меня гантели достаточно. Блины вот. Для штанги, для гантелей также. Можно покупать. Хотя для гантелей не обязательно. В принципе, мне хватит и этих. Так что я упакую хорошо. На прошлой неделе от радости я... Настолько у меня было много дофамина, что... Я приостановил свои тренировки с ногой, с хождением, с костылями. То есть мало тренировался. Но мне это, так сказать, но это простительно. Пока все это собирали, пока все, я вставлю видео, как мне привезли скамью, как она была изначально. И потом, как собрали, когда ее. Так, вот скамья пришла. Пока я еще не открывал ее. Вот сниму. Теперь предстоит долго собирать ее. Ну так, тяжеленько довольно-таки. Ну, парень такой здоровый курьер. Видать, занимается тоже спортом. Нормально. Как соберу, потом сниму еще. Вот, короче, тут
скамья, все детали. Ну, я один ее не буду собирать. Сегодня друг придет, поможет. Тут слишком много это составляющих. Мне просто банально неудобно физически. Самому все это надо раскладывать все. И ключей у меня недостаточно, один только всего есть. Тут надо несколько ключей. Короче, потом как начну собирать, еще засниму. Собрали скамью. Не комплект. Одной из деталей нету. Сейчас буду писать Wildberries. Блин. То есть она получается не наклонная. Спинка не поднимается. Не на что ее ставить. Она подниматься поднимается, но не на что ставить трубы. Должна быть труба, ее не положили. Вот моя скамья. Вот она. Вот гантели все. Вот здесь на полу я хочу постелить резиновый коврик. Мне подарили тоже. Вместе с гантелями. Вот под... под жимовую скамью поставить. Ну, то есть поставить скамью на коврик. А вот здесь должна быть... запчасть, но мне ее вышлют вот на этой неделе. Пришлют ее мне. Пока что я приспособил свой старый матрас. Свой старый подстелил. Пока что. Ну, в принципе, мне и нормально, и так. А велотренажер он мне все равно не нужен. Я его отремонтирую и продам. Ну, там что-то сломалась какая-то фигня. Там, я думаю... его можно сделать легко. Я им практически не пользовался. Что же мне... раньше я бухал, не до этого было. А потом... вот сами понимаете, что у меня... очень сильная травма. И поэтому... нереально было на тренажере. Я стал заниматься гантелями, штангой. Вот... спасибо, ребят, за поддержку, за то, что помогаете, что вот, за подарки. Это мои единомышленники. Спасибо, комрады. Вы очень, ваша поддержка очень помогает мне. Это был канал «Хочу жить». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Всем пока.